Здравствуйте, дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Дорогие подписчики, если вы хотите узнать больше о Халиле Ибрагиме Джейхане, не забудьте включить уведомления. Смотрите наши видео до конца. Пожалуйста, оставайтесь с нами на нашем канале. TV Happy, один из известных румынских телеканалов, рассказывает историю об актере Халиле Ибрагиме Джейхане. Сломал новость. В новости под названием «Спорт», которым занимается Халил Ибрагим Джейхан, потряс Европу. Были включены следующие заявления об игроке. Халил Ибрагим Джейхан известен как персонаж Ямана в популярном сериале «Доверенное». Но мало кто знает, что актер увлечен экстремальными видами спорта. Халил Бей – один из самых уважаемых турецких актеров того времени. Адам на публике в основном с силой Тюркоглу, в сериале, в котором он сыграл главную роль. Известен, дуэт – одна из самых любимых пар в сериале. Актер делится с поклонниками воспоминаниями о своей профессиональной и личной жизни. Умудряется активно использовать его в социальных сетях. Недавно ГН Халил рассказал пользователям интернета, каким видом спорта он увлекается. Доказал, что может заниматься любым видом спорта, если представится возможность. Это любимый вид спорта Халила Ибрагима Джейхана. Хотя всем известно, что актер наденет костюм и выйдет на съемочную площадку, на этот раз он удивит своих фолловеров. Достигнуто, актер надел спортивную одежду и отправился на склоны, где занимался зимними видами спорта. Халил Бей стоит в очереди в своих красных лыжных штанах, белой толстовке, зимних перчатках и феске. Появляется вот так. Солнцезащитные очки – аксессуар, завершающий мужской образ. Пост набрал не менее 50 тысяч лайков и более 500 комментариев. Хотя он отличный игрок, у него гораздо больше сильных сторон, которые он проявляет в ключевые моменты. Есть также. Она певица, автор песен и модель, но в дополнение ко всем своим художественным увлечениям. Она никогда не забывает, что является неотъемлемой частью жизни. Именно поэтому, помимо экстрима, его страсть к животным особенно к лошадям, учитывая, что мужчина еще и катается на лошадях, ему легко удалось найти себе место в киномире В, в котором он играл. Халил Ибрагим Джейхан родился в Сивасе, но с детства жил в Стамбуле. У актрисы более 422 тысяч подписчиков на ее личной странице в Инстаграм, но поклонники любят ее. Она знает его как благоразумного человека, так что есть ли у него девушка Халил Ибрагим Джейхан? Или один ли он в данный момент? Никто точно не знает. Актер сказал, что работает с детства и никогда не боялся воспринимать жизнь. Буквально. Признается, поэтому все, что у него есть сейчас, целиком и полностью благодаря ей. Когда Халил Ибрагим Джейхан был ребенком, он сочинял песни артистов, которые были в то время в моде. Он слушал и менял слова по своему вкусу. Он также смотрел известные фильмы и играл свои любимые роли. Не забудьте написать свое мнение о видео в разделе «Комментарии».